Буэнос диас, братва. Ядерный разрывный взряд ваш экрана. Это значит, что мы продолжаем изучать новую локацию в Borderlands. Поэтому сажайтесь поудобнее, берите свои ништячки и вперед. Будет интересно. Поехали. Так, что тут у нас вообще есть-то? Карту дайте мне. Отправляемся в путь! Хватит уже по грязи топать! Как обычно, чистим нычки. Эй, ты что, не видишь мою пушку? Кактусы из цезия, топливо. Твою мать! Счастливчик, мой старый приятель! А под старым приятелем я подразумеваю сволочь, которая залезла к моей мамаше в портки. Кажется, у него какие-то проблемы. Ты уж попробуй ему помочь. Хочу, чтобы он остался в живых. Потом я сам его прибью. А батл на тачках это не очень-то и нудно, скорее наоборот. Так. А пошли вы нахер. Так, куда мы вообще пиздуем-то?
Даже сирена за окном забыла. А, и надо в жопу настреливать. Дождался, пока она снова решит пустить луч. Готово. Так, а ну-ка, что там у нас? Еще немножко грабежа. Так, что теперь по квестам? Чё там? А. Патроны-то нужны. Блять, что-то обстановочка быстро меняется, а? Так, один где-то сверху. Второй этаж. Мини-психи, блин.
спасибо за помощь этому козлу. Чуть позже я до него доберусь. Слушай, хоть мне и неприятно это признавать, счастливчик знает этот район лучше всех. Воспользуйся его помощью, пока он еще жив. Так, в чем есть прикольного? Так, 138. О, Вован Щербатый. 50 повреждений, да это можно СМГ-ху спокойно заменить. 173 дамага с револя. Помню, в каком-то проходе чисто на револьвере бегал. Если нужны лекарства, подходим и берем. Все хуйня. О, синие апы. Купите себе оружие лучше, чем у них. И гранаты, наверное. Бабах. Бабах. Так, чё, куда лететь-то? Хуя себе, какие тут твари существуют, однако. Так, не в ту сторону, оказывается, пилим. Так.
Там что, кто-то против? Я что-то не понял. Блять, звук напомнил этих, как их... Из Сириус М и камикадиков. Ох ты ж, блядь. О, мусорка. А в ней доллари и патроны к штурмоухе. Круто. Ништяк. О, даже светлее стало. В рот ебись. Бля, звуки вот эти вот и тычки меня не улыбают. Хы. Зацени, как я умею, типа того, что... Хм, из уродов выпал не кисло так дроби, сечете? Отправляемся в путь. Вот так вот, ёпта. Ещё какую-то хуйню меня обкидала. Сука блядская. Захотелось ссать посреди бойни. Ну да ладно. Схотел, не вышло.
Так, откатываемся. Так, три экипажа минусом. Четыре в минус. Слушай, счастливчик нарочно что ли это подстраивает? Серьезно? Специально сажает бандитов в бегунки, чтобы дать тебе возможность их повзрывать. Опять ракетчик, да что ты делать-то будешь, а? Ребятки, вы меня уже подзаебали со своими ракетками. Ну и где, блядь? Ага, вот. Приехав. Опаньки, зазевался. Так, так, так. В такие минуты остается только молиться, чтобы эта хуятина разъебала тебя не так быстро, как ты ее. Блять, я думаю, вы меня примерно поняли. Ну, где восьмой патруль? В рот его ебать. Вот это уже интересно. Готовченко. О, так это из-за него тебе пришлось взорвать мои машины. Мне плевать на бандитов. Это были отличные машины. Так, моя остановочка.
А, вот какие гавани еще. New Haven и Old Haven города. Я просто не про то подумал, когда в прошлых сериях, помните, я думал, блять, какая же еще гавань есть. Сейчас New Haven, Old Haven и Dead Haven. В принципе, поскольку хронометраж нам еще позволяет, можем замахнуться на, собственно, безумного мейла. Так, что скажете? Ага, то есть строго на юг и просто все в опизду. Так, где колесница? А, моя колесница установилась, пока я ходил. Ну еще, поехал нахуй. Не, не поехал, вот теперь поехал. Так, ну чё, дрова аж в зубы пошуршали. Вот в этом моменте, блядь, Скибиди бы охуенно зашёл в оригинальной аранжировке. Там, где еще петух вначале орет. Скибери-уа-па-па. Скибери-уа-па-па-па-па. Скибери-уа-па-па-па-па-па-па-па. Скибери-па-па. Ага. Ну, ты где, пидорега? Чё я не так делаю, я хуй пойму. Спать нахуй. Ой, блядь. Пися, палка, кирпичи в тебя летит, строя мочи. Нереально, под Скибиди получилась бы нереальная заруба.
Пиздец, нахуй. И стрелять-то, сука, не из чего. Пизда рулю. Ну что, пора и по газам. Хватит уже по грязи топать. Не, нахуй, мы сделаем немножко похитрее. Сейчас, короче, нахуй, пополняем запасы гранат, лучшая всякого барахла. Нападение, а добротная защита. Купите себе щит. Так, ну вот заебись. Блять. Чё-то какой-то квестик плотный не находится. Дай-ка попробую ракетчика. Не, не успел, блядь. Давай рванем! А теперь прокатимся с ветерком. Ну, ура, ядрёна вошь! Безумный Майлд помер, пусть земля будет пухом этой мерзкой рожи. А тебе таки удалось кое-чему научиться. Заходи ко мне в лавку, когда будешь в новой гавани. Будет приятно лично с тобой познакомиться. И все что ли? Дальхедлендс пройдены? Не дальше.
Пиздец. Скрисы съед тапки. А я почему думал, что там яма? Ну-ка, ну-ка. Мы получили доказательство гибели безумного Мэла. О, в новую гавань. Заебись. Я открою доступ. Четко. Прям в натуре. Открывай. И пиздык. Ну давай, повесели. Он схватил, не вышло. Скабадо. Ну шо ж, мы в новой гавани. Не стесняйся! Выбери себе машину! Такси плюс! Скутер просил передать, что у него есть кое-что такое, о чем он хотел вас попросить. Лучше вам с ним лично... Надеюсь, не отдрочить. Ладно, сейчас тогда... А, впрочем, хер с ним. Дойдем до города. И там, наверное, закончим. Можно по говну, в принципе, срезать. Скибиды. Здравствуйте. На панели наград в новой гавани доступны новые задания. Хочу сообщить вам, что я приняла решение, которое вам, скорее всего, не понравится. Будучи администратором новой гавани, я несу ответственность за благополучие местных жителей. А это означает, что на какое-то время мне придется закрыть дорогу к убежищу. В соляных равнинах расположился Банфит со своими бандитами и адскими машинами. А я не хочу, чтобы мирные граждане погибали при попытке пройти мимо них. Слушайте меня, болотные жители. Так, ну что ж, до новой гавани мы добрались. На этом я спешу откланяться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До встречи, ребятки. Sunrise out.